Она целый день стояла на улице и сильно нагрелась. Мы решили открыть ее, чтобы оттуда вышел теплый воздух. Градусов 50. Да. 75 по Фаренгейту. Наверное, где-то около 80. Мы, короче, закончили наш сегодня первый рабочий день в Альстоме. Вот, у нас теперь есть свои рабочие места. Мы общались с нашим непосредственным начальством здесь, Деннисом. Вот, они очень милые люди, приятные в общении. Мы кушали с ними много, много еды, потому что Америка – это много еды. Вот, ну, короче, это, короче, большие машины и много еды. И они сами об этом говорят. И они сами, они этим гордятся. Вот. А еще у них очень маленькая кухня, она размером типа 2 на 4 метра, потому что на кухне никто не ест. На кухне только есть место для ксерокса и кофемашины. А еще у них есть здоровый такой холодильник с кучей энергетиков за бабло. Там, причем там даже можно платить карточкой, типа в автомате можно платить карточкой. Я завтра выпью какой-то энергетик. Сегодня уже не надо. Вот, вообще круто, мне все понравилось, я бы тут работал бы. Тут очень тихо, спокойно, у нас есть свой кубик, в котором никто не мешает, все очень так тихо, все спокойно работают по своим маленьким таким кабинетиком. Вот. Прикольно, прикольная атмосфера такой вот настраивает. Тут лес лежит рядом, он так настраивает. Началось работу. Для нас все с чего? С шоу-энд-телла. Мы увидели шоу-энд-телл с этой стороны. Да, шоу-энд-телл с этой стороны. У них огромный зал такой конференции. 33 человека я начал вместе с нами. Пересчитал. Серьезный пацан, ты может еще и прикинуть, сколько они весят там, типа, сколько патронов уйдет на каждого, да? Это, типа, какие пути отхода. У них огромный, красивый конференц-зал, в котором вот такие ощущения, как будто ты находишься в центре управления полетами в Хьюстоне. Мейнфрейм такой. И там, да, и там стоит такой здоровая такая... Такая байда с на двумя два монитора. ЛТ-шными мониторами. Такого размера, закрытая стеклом. И на ней написано прикольная наклейка, типа не тыкать пальцем. Только по-английски, типа, не тыкайте пальцем в экран, чтобы следов не было. Типа, если показываешь пальцем, то не тыкай вот в экран, чтобы не было там следов. Вот, и у них такой шоу-н-тел. Ну, правда, единственное, что лично для меня было трудно, то что когда взяли люди, у которых не американский акцент, там индусы или китайцы, или Глен Брис, который Харри Поттер, вот это вот британская тема. Я не знаю, он наверное не британец, может он новозеландец какой-то или австралиец, я не знаю. Ну короче, он вообще чувак такой крутой, но ничего не понятно. Вот, все, машина остыла, поехали. Че, и... Ну, в смысле, я такой сел в машину и поехал. Need for Speed. Не Speed. Сегодня у нас вторая часть Need for Speed, дневная. Это будет Need for Speed The Run. Вчера был Need for Speed Underground. И Underground 2 тоже был. Ночные гонки. Ну, вот ночью снимать бесполезно. А какие-то горы такие, когда мы летали по тем горам таким. То был Midtown Madness. Midtown Madness, да, это Сан-Франциско. Сан-Франциско-ский. Красота-то какая, лепота. Сейчас, это, кстати, не лепота, это природа. Там... А еще нам Юра рассказывал, что товарищи милиционеры ездят без мигалок, без ничего просто. Да. А мы сегодня видели такие два Ford, не знаю, большой, красивый, Ford белый. Ford SUV какой-нибудь SUV, такой. SUV, что-то... Короче, сейчас мы такие едем, а там такая гора. Сейчас будет красиво вообще. Я предвкушаю. Или не будет, потому что деревья. Трансформеры. Трифазные. Однофазные. Гора, лес. А справа озеро у нас красивое. Но его тоже за деревьями ни хрена не видно. Непонятно, говорит тетенька по радио, если ты не закрываешь зеркало. Тетенька по радио говорит, или вот это вот по нашим девочкам. Нет,
тепленько по радио. Ой, слушай, это же можно ехать и одновременно звук крутить, короче. Да нет, пацан. О, вообще, Ваня, это так круто. Ты сейчас поймешь, я потом тебе покажу. Лучше рекламы KFC. Это так символично. Да, красиво. Так ты еще справа не видишь. Я надеюсь, в деревьях это закончится. О, вот так. Так, вообще. Ты потом, наверное, Ваня, таймлапс этого сделай, и оно будет прикольно. Леонид в Америке. А? Олени на протяжении 2 миль. Что это, когда трак проехал по оленю, олени на протяжении 2 миль, да? Потому что я думаю, если вот этот олень врезается в трак, то будет пострадать все-таки олень. Этот траку ничего не будет. Тысячи метров такой парк. Да. Не, ну не 2000, на 2000 уже, наверное, снег лежит. Не? Ну, хоть типа говорла такая. Метров, ну 2000 футов. 2000 футов. 2000 футов. Сэр. Сэр, yes, сэр. Гарантии. И сосны такие ровные. Гарантии. Там стрелка была, сваливаясь полосы. А за нами Джанни Та, короче. Пам-парам-пам-парам. А за нами Джанни Та-тан-тан-тан-тан. Ура, офсет. Ему не нужны номера. Я как там паркуюсь. Я аккурат офсет, мне не нужны номера. Чикс. Ну, а я думал, тут будет прям вверх, вниз, так все. Ну, может и будет, что? Воу-в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 оу-
Я заснял. Это Dad's Day, впереди. Рекламируют супер
bucks. 50 bucks. 50 баксов. Это в одну сторону? Да. И нам по 25 давали на день. Ну, если да. бы у нас не было машины. Ну так нас бы и не поселили здесь чисто физически. Но это глупо. Беги, Форест, беги. И асфальт вот прям так же отсвечивает, как в Need for Speed. Вот то, что я говорю, когда в самолете летели, ну, в реальной жизни детализация тоже такая. Да, такая себе. Это у меня называется времяпрепровождение, я у мамы видеорегистратор. Только я такой интеллектуальный, я еще могу отпускать глупые комментарии, поворачивать и смотреть на столбы, мне нравится. Столбы крутые, вот такая балумба такая в сторону, на всю дорогу, еще одна. Как они до этого додумались? Ну почему не натянуть веревочку, на веревочку повесить те же самые светофоры и все? Мне надо, блин, столб делать еще вертикальный, горизонтальный, который висит. Столб, Карл. Флажок. Да. Я есть непрочитанное сообщение. Ну, какие-то такие интересные края с тобой заехали. Ты замечаешь вообще? Леди занимаются спортом. Слушай, как ты думаешь, почему эта тетечка Валерий дочь, почему она нас называла джентльменами? Опа-фопа, джентльмен. Да. Красный зум на фотоаппарате. Kim Stein.